Вот мы получили первые комплекты нашей формы, которые шьем для армии Новороссии. Отличные комплекты. Бушлат, брюки, все теплое. Здесь двойной синтепон, здесь одинарный, все удобно. Вот, вот моделька, пожалуйста, на большого человека. Вот, все отлично, да. Капюшончик. Хорошо, капюшончик. Все имеется. Карманы все нужны. Здесь можно шифроны налить, нашить. Флис. Вот покажи, сейчас разгрузились как раз. Да, вот первый комплект. Это только сейчас первый. Они, да. Сейчас они будут постоянно приходить. И причем это первый вариант расцветки. Уже не помню, как это называется. А так еще 3000 комплектов будет уже армейская цифра из рипстопа. Это ткань алова, дышащая мембрана. Здесь флис на воротничке. Очень теплая. Все как положено. Все доработано с мозговым, так что надеюсь, что бойцам будет удобно. Карманы где нужно, нагрудные, внутренние. Все. Брючки вообще красавчики. Эта версия, здесь не убран синтепон. Для того, не чтобы... видно на свете. Ну, здесь не видно дальше. А другая версия будет идти с убранным синтепоном. Укороченный, да, синтепон, чтобы легко было берц. Загонять берц. Угу. Все, уже с завтрашнего дня начинаем раздавать бойцам. Сейчас все уже быстро, оперативно будет поставляться. Чуть-чуть фабрика подвела, так что приносим свои извинения бойцам и тем людям, которые скидывались на эту форму. Но комплекты получились по невероятной цене, в итоге 1000 рублей, 1050, там, в зависимости от транспортных расходов. И действительно очень добротные, теплые и качественные. Все, спасибо. Арригато. Новороссия, новая Россия, Новороссия, русская земля. Мы в империю верим с новой силой, Новороссия.